Глава 12. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоанна, мечом. Видя, что это приятная идея, вслед за тем взял и Петра, тогда были дни опресноков. И, задержав его, посадил в темницу и приказал четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась в нем Богу. Когда же Ирод захотел вывести его в ту ночь, Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, а стражи у двери стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее», и цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Обоящийся я буйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мной». Петр вышел, следовал за ним, не зная, что делает ангелом, был действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя к себе, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего, избавил меня из руки Ирода и от всего, что ожидал народ иудейский». И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался в ворота, вышла послушать служанка именем Рода, и, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. И те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое, и они сказали: «Это ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукой, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал: «Уведомьте о сем Иакова и братьев». И потом, выйдя, пошел в другое место. По наступлении дня между войнами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, искав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Ирод был раздражен на тирян и сидонян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день царь Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божье росло и распространялось, а Варнава и Савва по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой Иоанна, прозванного Марком.